хороводе закружились мамы, папы, малыши. Новогодняя елка общественной организации «Мир детям» – это настоящее событие. В зале культурно-спортивного центра «Мечта» большинство семей, состоящих в организации. Вначале слова благодарности тем, кто в течение года поддерживал «Мир детям». Нам помогают депутаты, нам помогает администрация. В организации у нас 83 ребенка-инвалида. Дети с различными заболеваниями. В этом году спонсоры оказывали не только адресную помощь. Благодаря их поддержке организации удалось закупить специальное оборудование для занятий по программе «Лыжи мечты». Физическая нагрузка как средство реабилитации. Этот проект будет запущен в 2018 году на базе Одинцовского парка спорта и отдыха. Оборудование было закуплено на 165 тысяч. Это такие как роллятор. Это для тех детей, которые не ходят. Затем скивилы, ботинки горнолыжные и беговел. Беговел – это перед тем, как детям заниматься на лыжах, становиться, они разминаются на нем, одним словом. Активно поддерживают «Мир детям» и сторонники партии «Единая Россия». В этом году в формате проекта «Дорога добрых дел» для ребят была закуплена обувь. При поддержке единомышленников особенные дети вместе с родителями выезжали на различные мероприятия в столицу. Помогает семьям и глава Одинцовского района Андрей Иванов. В этом году я столкнулась с тем, что к нам приходят представители бизнеса и сами говорят: скажите, пожалуйста, вот у нас есть возможность помочь, назовите нам организацию или деткам адресно, чтобы можно было помогать. И вот мы с удовольствием распределяем вот эти вот спонсорские проекты, спонсорские деньги в нашу организацию, вот из «Мир детям». И ребятки там покупают и сладкие подарки, и оборудование, и медицинские всевозможные вещи. Какой Новый год без главного сказочника Деда Мороза? Неудивительно, что в этот раз самым первым добрый дедушка пришел в гости к особенным детям. У ребят свои желания. Наивные, светлые, сказочно-зимние. Паша, что ты у Деда Мороза на Новый год загадал? Я побольше снежка. А зачем тебе снег зимой? Так снега уже почти нету. Весна наступила. Конфетку такую зайчинку прямоугольную. И родителям здоровья, и деткам, чтобы терпение родителям, все благополучие. Поздравляем всех жителей города Одинцово, жителей Московской области, вообще всей России с наступающим Новым годом. Благодаря спонсорской поддержке в этом году удалось исполнить желание всех ребят, состоящих в организации «Мир детям». Кому-то нужны были средства на реабилитацию, кто-то попросил письменный стол, игрушку, телефон. Мечты сбываются, ведь в Одинцовском районе немало добрых людей, готовых подарить этот мир детям. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».